на манеже нового рязанского цирка появились бурые медведи. Притом появились они эффектно. Кто на велосипеде, кто на мотоцикле, а другие и вовсе запряженные в тройку. Всего 15 медведей от полугода до 20 лет показал рязанскому зрителю в своем спектакле «Цирк династии Филатовых». Прошло совсем немного времени, 4,5 года фактически, как мы здесь были. И мы приехали уже с новой обновленной программой. И поэтому очень хотелось также порадовать рязанского зрителя своим спектаклем. В первом отделении для зрителей выступили гимнасты, эквилибристы и, конечно, клоуны. Почти во всех номерах они взаимодействовали со зрителями. В восторге были как дети, так и их родители. Появились на манеже цирка и животные, притом в немалом количестве. По краю сцены гуляли дикобразы, а внутри верблюды, лошади и ламы. А под куполом летали австралийские попугаи. Каждый номер – это сценка, связанная с предыдущей небольшим танцевальным номером. Действия не останавливаются. Жонглеры сменяют дрессировщики. И вот уже лемуры и собаки выполняют необычные трюки. Второе же отделение полностью посвящено медвежьему цирку. Уникальность его и в том, что почти все номера, которые показывали люди-актеры, исполняют их коллеги-медведи. Здесь есть свои эквилибристы, которые держат равновесие ничуть не хуже. И бокс. Сказать, что в спектакле династии Филатовых есть уникальные номера, значит ничего не сказать. Каждая сценка, реприза – нечто самобытное и ранее невиданное. Поэтому всем стоит поспешить, чтобы попасть на следующее представление цирка династии Филатовых. Мы хотим показать себя на манеже рязанского цирка. Тем более, что всего месяц гастролей проходит, и уже 24 февраля окончание будет наших гастролей, хотя мы вроде бы только вот начали. Всегда проходит очень быстро время, летит оно незаметно, поэтому я хочу пригласить еще всех любителей циркового искусства, кто еще и знает династию Филатовых, к нам в цирк, чтобы приходили, не откладывали это на последние дни. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город».